Эта очаровательная девушка уже была триумфатором нашей фотоакции, но в прошлом сезоне. В этом году Лилия Смансер снова словила удачу за хвост и опять оказалась на высшей ступени пьедестала. Как ей это удается? Было мало одного раза, захотела что-то такого более, я не знаю, более такого весеннего. Фотография «Победитель» действительно очень отличалась от предыдущей. Здесь Лилю мы видим нежной, женственной и романтичной. А все почему? Оказывается, эта фотосессия длилась более 5 часов. Снимок был сделан в самом конце. Уставшая мисс ничего не выдумывала и была максимально естественной. Как видим, искренность модели приворожила сотни голосов и позволила снова ощутить вкус победы. Не хочется машины. Машины были. Машины в прошлом. Победительница уже успела получить профессию юриста. На этом целеустремленная Лилия не остановилась и начала осваивать искусство менеджера-экономиста. После нашего знакомства в прошлом году очаровательный триумфатор устроилась на работу и получила от возлюбленного бесценный сувенир. Мой Женя мне подарил колечко. Вот. Но это не предложение, ничего, это просто был подарок на Новый год. Вот, безумно была рада, приятно удивлена, молодец, сам выбрал. Лилия изо всех сил старается держать себя в хорошей форме, а потому ее утро начинается с завтрака, вернее, его отсутствие. Сегодня я, например, даже еще чай не попила, мне не хочется, пока. Не волнуйтесь, Лилю мы все-таки накормили и даже упросили специально для вас танцевать ее любимый восточный танец. Не пропустите! Со второй победой в номинации «Мисс Месяца» талантливую и трудолюбивую Лилию поздравляли Алина Малинова и Валерий Синица. Студия хорошего настроения!